Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео покажу, какие бывают ситуации в нашей работе. Речь пойдет о гофрах. Гофры часто используются в сантехнике при установке смесителей, унитазов. На мой взгляд, это очень такое ненадежное и некачественное решение, потому что гофры довольно-таки быстро и часто выходят из строя. Они ломаются, засоряются. Ну и стоит отметить, что в некоторых странах вообще гофры запрещены для использования. Но у нас они имеют очень широкое распространение, часто используются. И вот я сейчас покажу один из примеров, что бывает, если использовать гофру. На мой взгляд, нужно, конечно, от таких решений отказываться, по возможности устанавливать, подводить трубу непосредственно к сантехническому прибору, к сифону. Ну, если речь идет об унитазе, то значит к унитазу. Ну и во-вторых, нужно понимать, что когда идет речь о монтаже и о проектировании инженерной сантехники, нужно тщательно продумывать, где будет установлен какой прибор и как к нему будут подходить трубы канализации и водоснабжения. Если с водой, как правило, проблем не возникает, можно выполнить перенос или как-то нарастить трубу, есть там возможные варианты, то с канализацией возникают проблемы. И зачастую часто приходится видеть ситуацию, когда не подумали заранее, как будет установлен прибор, и даже вот зная точное место, где будет стоять, например, унитаз, монтажники промахиваются, делают канализационное отверстие со смещением, и потом приходится вот как-то, в общем, выходить из ситуации, либо отодвигать приборы, либо, опять же, использовать различные комбинации с гофрами, что в конечном счете приводит к ненадежности системы. И вот здесь конкретно, вот сейчас я покажу, как это выглядит вот за мной. Ну, то, что тут колхоз полный, это, в общем-то, и так видно. Сейчас я переключусь. Тут, конечно, полнейшее безобразие. Все это монтировалось лет, наверное, 10-12 назад. В общем, тут что-то паяли, перепаивали туда-сюда, и в общем вот получилась такая борода. И внутри стены как раз вот имеется у нас канализационный выход с мойки и посудомойки. Все это находится в стене. И вот эта гофра, вот эта, она и тут, во-первых, вся вот с такими заломами, она просто забилась и сломалась. И простояла она вот в таком виде, ну где-то, наверное, года 3-4. До этого ее тоже меняли. Но смысл в том, что вот она идет, вот уходит вот так вот за шкаф, и внутри шкафа присоединяется к сифону мойки. То есть, что нужно было вообще делать изначально? Изначально нужно было вот этот канализационный выход, вот этот, его нужно было внутри стены, тем более тут все это зашито гипсокартоном, нужно было выводить внутри стены и устанавливать напротив сифона, напротив того места, где будет стоять мойка. Здесь же его вывели абы как, и получается, что и чтобы мойку подключить к канализации, приходится вот такими средствами прибегать. Ну, с посудомойкой тут все понятно, оно как бы тут рядышком, все нормально. Но вот смысл в том, что вот возникла утечка, ее сразу не обнаружили. Все это благополучно, вот вода утекала внутрь конструкции, вот там внутри саман и гипсокартон, все это вот набрало влаги. Вот здесь даже можно увидеть. Ну, видите, даже вот этот край гипсокартона, он просто от влаги разрушился и развалился. То есть вот все это начало затекать под ламинат. И замечено это было не сразу, а вот уже после того, как лужа появилась вдоль самой кухни. И вот здесь вот можно увидеть, в каком состоянии стал ламинат. То есть вот это все вот разбухло, размякло. То есть это все надо будет в последующем менять. А все из-за того, что вот эта утечка, она сначала шла по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потом все больше и больше, и в результате вот испорчена и стена, и напольное покрытие. И все это приводит к каким-то неприятным и печальным последствиям. Вот сейчас нужно придумать способ, и желательно, конечно, вот от этой штуки вообще отказаться, а заложить трубу, чтобы она вот подходила непосредственно максимально близко к сифону мойки.
Вот на что еще нужно обращать внимание, вот в чем недостаток гофры заключается в том, что, видите, у нее вот такая вот гофрированная структура. Это, с одной стороны, удобно, что можно регулировать длину самой трубы, но в то же время это недостаток, потому что внутри появляется вот такая зигзагообразная поверхность, а в канализации очень большое значение имеет скорость движения потока. И эта скорость движения потока обеспечивается за счет гладкости внутренней поверхности канализации. Поэтому старается канализацию делать таким образом, чтобы стенки внутри были максимально гладкими. А за счет того, что вот гофра имеет такую структуру, ну, вообще не приходится говорить о какой-то гладкости и нормальном движении сточных вод. Ну а внутри кухонного шкафчика вот это хозяйство вообще вот так вот выглядит. То есть вот сама вот эта гофра вот так вот она идет от сифона, несколько раз перекручивается. Ну и, соответственно, все это хозяйство благополучно забивается. Тем более это все-таки кухонные стоки, которые все равно там какие-то остатки еды попадаются, остатки кофе, ну там косточки, еще что-то. И, соответственно, это все благополучно забивается, хуже начинает работать. Ну и в конечном счете потом поверхность вообще разрушается и возникают утечки. Ну, я сейчас попробую сделать следующее. То есть вот здесь нужно будет обрезать вот эту трубку, то есть это останется на сифоне. И можно будет сифон развернуть к стене. И, соответственно, вот там вот сзади, по задней стенке, нужно будет проложить трубу канализационную и соединить непосредственно вот с тем тройником, который у нас находится в стене. Расстояние между задней поверхностью шкафчика и стеной это позволяет сделать. Ну и, соответственно, вот сейчас нужно будет сделать вот такую реконструкцию. Я демонтировал гофру вместе с тройником. Вот смотрите, в каком все это состоянии. То есть вот здесь вот образовался вот такой вот залом. Все это растрескалось. Видите, вот здесь вот, здесь и здесь образовались трещины, заломы. Ну и смотрите, в каком состоянии находится канализационная труба. Сейчас попробую увеличить. Подсвечу. Видите, там все покрыто таким налетом. Все это жир, известь. Все это труба чуть-чуть заросла, не сказать, чтобы прям сильно, но налет присутствует. Вообще канализация из-за жесткой воды и использование моющих средств забивается таким налетом, даже если есть достаточный уклон. Ну вот нужно сейчас будет это дело почистить и собрать новую канализацию. Вот так получилось в результате. Понадобилось несколько отводов, тройник. И вот таким образом это выглядит под мойкой. Для того, чтобы соединить штуцер на сифоне с трубой, понадобилась манжета диаметром 40 на 50. Ну и в целом все готово, все работает. Осталось только зафиксировать трубу. И все. Ну, как видите, получается вот такая конструкция. Это все значительно надежнее, чем использовать гофры. Понятное дело, что это чуть-чуть выходит дороже и больше возни, но, по крайней мере, это надежнее и безопаснее. Как видите, все повороты выполнены с максимальным скруглением через двойные 45-е отводы. Здесь труба выходит внизу под 45 градусов, стоит отвод. Вверху идет два отвода по 45. И здесь тоже к сифону стоит два отвода по 45 градусов. То есть идет максимальное скругление, что улучшает сток с мойки и уменьшает вероятность возникновения засоров. Вот такое получилось видео. Я считаю, что использование гофр, ну, гофры это такое своеобразное зло, старайтесь от них избавляться,
Используйте трубы фасанину для жесткого подключения канализации к своим приборам. В комментариях можете задать вопросы, рассказать о ситуациях, когда у вас возникали утечки в канализации, о их причинах. Используете вы гофры у себя или не используете? Ну и интересуют случаи, когда возникали утечки, связанные с гофрами. На сегодня все. С вами был Александр Кузнецов. Сегодня всего доброго, до свидания.